Спасибо вам. О том, что вы делаете, даже не думайте. Спасибо вам. До тех пор, пока я не расскажу Басиму историю пера, наша традиция использования перьев исходит из Египта. Перья цапли обмакивались в кровь жертв. Перья, пронизывающие наши пути, напоминают нам о том, кто мы такие и кем можем быть. Орден на протяжении веков господствовал над людьми и их империями, нанося быстрые и бесконечные удары. Проглатывайте ваши вопросы, служите без жалоб. Кто она такая, чтобы указывать вам, когда нужно наносить удар? Все, что вы делаете, служит скрытым силам. Это странный вид свободы. Вы не первый, кто ходит по теням и изливает свою боль в братство. Мы являемся посланниками правосудия, а не судьями в последней инстанции. Он сам не знает, в чем ему нужно. Разве вы не задумывались над тем, что такова ваша натура? Спасибо вам.